Всем хай! С вами канал 4 паранормальных кота. Всем привет! Всем привет! Да. Мы идем на страшную дорогу, на которую приходят всякие паранормальности. Вот. Но это еще не страшная дорога. Ну да, это еще не страшная дорога, но сейчас она начнется. Мы однажды там нашли черный камень. Ну, мы его так называем. И потом мы подумали... Он был черного цвета. Да. Потом мы подумали, простой камень, кинули его, по-моему, на вот ту дорогу, и там произошла аномалия, там был какой-то след, если что, мы не шутим. Да. На этом канале все правда. Да, мы не врем, мы находим аномалии и снимаем видео. Мы снимаем только ради вас, так бы мы сюда в жизни не пошли. В общем, мы слышали про Cartoon Dog, Cartoon Cat Upside и других мультяшных монстров. Я думаю, SCP. Да, SCP. Я думаю, большинство знает. И вот эта страшная дорога. Вот она, да. Мы пришли. Тут нашли черный камень. Да. После того, как мы его нашли, тут появился след. Вот на этой дороге. На этой дороге появился след. Ну, потому что мы кинули сюда этот камень. Когда мы убрали отсюда камень, то этот след на наших глазах начал исчезать. Да. И, в общем, такие аномалии тут происходят частенько. Камня уже и тут нет, потому что, как я рассказывала в первом видео, мой друг Богдан, который уехал, у него он теперь остался. И, ну, все равно аномалии иногда происходят. А вот это вот не было. Это мы тут однажды с Дариной ходили. А, да? Да. Ну, не так мы это протоптывали. Мы это не так протоптывали, ну ладно, не суть. Это кто-то еще ходил. Мы покажем тропу. Да, сейчас мы ее будем вам показывать. Это не эта тропа, не спрашивайте. И, кстати, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И вот это... Вот эта тропа. И тут еще было какое-то письмо. Тут было какое-то письмо, но мы не смогли почитать, бумага очень мокрая. Если что, в этом лесу медведей нет. В этом лесу нет медведей. Вообще-то следы не медведя. Да, следы не медвежьи, медведи тут не водятся. И тут какие-то вот. И нам кажется, что это могли быть SCP. А вы знаете, наверное, кто-то из вас знает SCP Garfield. С моим другом Богданом мы видели плиты, а на них были царапины. Нам кажется, что это были Гарфилда. Ника, тут, вот скажи же, тут даже крапива не жалится. Да, тут не жалит крапива. Мы можем попробовать доказать. Вот. Вот видите? Вот. Она просто нас не жалит. А за стебло? Да, листья тоже жалит, если что. Ладно, короче, не суть. Пошлите дальше. Сейчас мы покажем бетонные плиты с царапинами. Ника? Что? Да, да, собака, она там всегда вот. Пошлите, в общем. Тут тоже тропа. Тут тоже есть тропинки, они иногда тут появляются. Непонятно почему. Вот мы идем тут по дороге. Девочки, вы знаете, они еще помните какие-нибудь истории про паранормальность, пока мы идем? Вот такие следы появлялись на каждой дороге, на которую мы кидали камень. Да. Еще мы однажды кинули этот камень, к Маше, это, наша соседка. Да, наша, так скажем, подруга. Знакомая, знакомая. Да. Мы с ней, не так хорошо дружим, она в нашем, ее в нашем канале нет. Да. И мы подумали, что будет, если к ней кинуть камень. Да. Милана кинула к ней камень, и... Что-то происходило. Мы плохо помним, что там, что-то точно что-то происходило. И вот эти плиты. Да, вот они плиты, на которых мы видели с моим другом царапины. Когда мой друг приедет, мы тоже заснимем его на канал. Если что, эта вода зацвела.